настоящей пиццы нужно тесто. Дрожжевое, пресное или слоеное. А из готового хлеба что есть? Мы универсам будущего. У нас даже готовое тесто есть. Скалку и посуду, кстати, можно купить прямо здесь. Вот инструменты и посуда. Тесто великолепное, готовое к выпеканию. И раскатываем, выравниваем края и в блюдо. Осталось только начинку приготовить. Пойдемте в овощной отдел. Ба, знакомые все лица. А ты как здесь? Новый магазин, новые возможности. Что готовить собираешься? Мы пиццу итальянскую решили попробовать. А я настоящий итальянский помидор. Что, правда? А я думал... Есть еще римский лук, венецианский перец и почти неапольская петрушка. Давайте все. Первому покупателю скидка. Не магазин, а бюро путешествий. Да будет пицца! Ура! А что вы с тестом делаете? Майонезом натираю. Это лучший. А у нас 19 сортов майонеза. Наверное, не знаете, куда девать. Вот и мажете, куда попало. А вы овощи захватили? А мы здесь! Во! Перец сладкий, лучок, петрушка. Все тут. И в довершение рецепта сосиски вареные из Флоренции. А поближе сосиски не растут? Что вы! Только для вас! Только в нашем супермагазине! Опять майонез? Сыром осталось все посыпать. Пицца без сыра – это бутерброд. Тоже неплохо. А сыр-то где я возьму? 38 сортов сыра. Терочку не забудьте. Для сыра обязательно. Еще и терку мне. Угу. Сходил в булочную. Лучшее из наших услуг – все приготовить вы можете прямо в магазине. Столько продуктов в одном блюде. Хм, компактно. Оплатите-то вы только за готовую пиццу. Это я придумал. Да, неплохо. Приходите снова в наш магазин будущего. Приятного вам аппетита.